Уважаемые коллеги, середина сентября, 15 сентября. Прежде чем дать характеристику этому прекрасному сорту Top Hit, хочу рассказать о его реализации. Дело в том, что все сорта позднего созревания сливы, это Эмпресса, это Стэнли, это Президент, это Блю Фри. Они созревают, их неосъемная зрелость наступает в тот период, когда еще нет цены на сливу. И многие из-за этого ставят сливу в холодильник и через месяц начинают реализацию, когда уже цены на сливу растут. А вот Top Hit не надо. Ставьте себе. Дело в том, что Top Hit созревает и съемная зрелость гораздо позже, чем вышеперечисленные сорта. Поэтому, в принципе, мы можем продлевать сроки реализации и тоже ложить в холодильник. А можем и напрямую реализовать, так как цена на сливу в этот период уже начинает подниматься. Если мы положим сливу в холодильник, то при температуре плюс 2, плюс 4 градуса она может храниться еще в течение 2,5 месяца. И вы вправе реализовать в то время, когда наивысшая цена реализации этого прекрасного сорта. Итак, мы видим, система УФО, подвой полукарликовый ВВА-1, ВСВ-1, это полукарликовый подвой. Междурядье 3,20, в ряду 1,70 м. Посажено под наклоном 45 градусов. И на третий год мы имеем товарный урожай. Дело в том, что очень важно, что на полукарликовом подвое, так как полукарликовый подвой не дает прикорневой поросли. Если мы посадили эту сливу на дикой алыче, а так как мелкая посадка, при наклоне, что корни мельче находятся, и тут бы была такая прикорневая порость, чтобы мало мне показалось. Итак, сейчас мы посмотрим, снимем этот урожай с одного дерева и пересчитаем на гектар, взвесим и пересчитаем на гектар и посмотрим, как эта слива, какую дает урожайность в первый год товарного плодоношения. Хотел бы еще охарактеризовать эту сливу. Вот я взял, смотрите, две сливы, в принципе, занимает ладонь. Вот сейчас мы посмотрим на ее мякоть. О, видите, она еще, съемная зрелость, только-только наступает. Смотрите, вот крупинки сахаров в этой сливе. Косточка отделяется хорошо. Мякоть плотная и очень толстая. Сейчас посмотрим на сок. Вот, капает сок. И я думаю, что еще в такой зрелости сахаров тут еще маловато. Мякоть скалывающая, сладость есть, немножко кислинка. При дозаривании эта слива будет иметь брикс минимум 16 градусов. Итак, сейчас снимаем сливу, взвешиваем и смотрим, сколько с гектара получится в первый год плодоношения. Максим, время засечешь? Уважаемые коллеги, дело в том, что это первый товарный урожай, у нас еще рука не набита на сбор сливы. Вот, мы сейчас будем собирать без ведерочка, это удлиняет время сбора, это раз. И в принципе я видел за границей такие на колесиках возики, и на этих возиках стоят ящички. И человек идет с одной стороны один, и с другой второй, идет возик вперед тащит и собирает сливу, а потом подъезжает уже транспорт и забирает эту сливу. Поэтому
мы сейчас будем собирать эту сливу типа как вручную и ложить в ящичек, что немножечко увеличит время сбора. Так, начали, Валь. Одна рука, Валь, занята, из этого медленно собирает. Сливы рвутся. Да. А листья шелестят как деньги. А листья шелестят как деньги? Это хорошо. Смотрю, что уже полон ящик и ведро с одного дерева. Держи третий ящик.
Видишь, если бы была каталочка, я бы подвинул бы, понял? И потом бы туда не ходил бы. Ведро для сбора. Ну, ведро для сбора. Совершенно верно. Каталочку трактор должен вести. Все, Валь? Да. Все? Так, 5,5 минут. Встал. Двенадцать 800. Давай. Следующий. Опера. Семь 800. Следующий. 3 700. 7 800, 12 800 и 3 700. После взвешивания у нас получилось, что с одного дерева 23 килограмма сливы. На одном гектаре у нас размещено 1900 деревьев. Если умножить, получится 43 тонны 700 килограмм. Итак, спрашивается, подводя итоги, сбор быстрый. Это раз. Слива премиального размера. Это два. И вал с одного гектара в первый год товарного плодоношения 43 тонны. Если на следующий год будет свыше 60 тонн, зачем садить высокорослые на алыче сады, если мы можем посадить методом УФО и иметь такой успех? Топ-хит. Посмотрим, сколько она весит. 82 грамма. И меньшее. Плод топ-хит 53 грамма. Вполне товарный промышленный сорт. Сейчас мы вам покажем еще один сорт сливы. Итак, вот на первом дереве у нас топ-хит. Видите, голубой пруину сливы. Крупная нагрузка большая. И вот следующий сорт сливы, который созревает на 10 дней позже. Это сорт Топ Спенсер. Эта слива больше на угорку, похожа, удлиненной формы, плотная, сочная. Мы сейчас посмотрим, сколько она весит и ее достоинства. Итак, смотрим. Слива Топ Спенсер. 73 грамма. Вот три сливы в полностью ладонь занимают. И посмотрим на ее середину. Вот смотрите, косточка отделяется, мякоть зеленая, но она еще не спелая, понимаете? И, конечно, течет она капитально, видите? Сок еще не созревшей сливы, а сока очень много. Вот этих два сорта сливы, они обеспечат, как говорится, успешную реализацию последние сроки реализации сливы. А если еще их ставить в холодильник на продление сроков, то тогда вообще вы можете получить очень хорошую прибыль.